Константин Симонов. Стихотворение «Танк». Вот здесь он шел. Окопы в три ряда. Цепь волчьих ям с дубовой щетиной. Вот след, где он попятился, когда ему взорвали гусеницы миной. Но под рукою не было врача. И он привстал от хромоты, страдая. Разбитое железо волоча, на раненую ногу припадая. Вот здесь он все ломая, как таран, кругами полз по собственному следу. И рухнул, обессилевший от ран, купив пехоте трудную победу. Уже к рассвету в копоти, в пыли, пришли еще дымящиеся танки. И сообща решили вглубь земли зарыть его железные останки. Он словно не закапывать просил. Еще сквозь сон он видел бой вчерашний. Он упирался, он, что было сил, еще грозил своей разбитой башней. Чтоб видно было далеко окрест, мы холм над ним насыпали могильный, прибив звезду фанерную на шест, над полем боя памятник посильный. Когда бы монумент велели мне воздвигнуть всем погибшим здесь в пустыне, я б на гранитной тесаной стене поставил танк с глазницами пустыми. Я выкопал его бы, как он есть, в пробоинах, в листах железа рваных, невянущая воинская честь. Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах. На постамент, взобравшись высоко, пусть как свидетель подтвердит по праву. Да, нам далась победа нелегко. Да, враг был храбр. Тем больше наша слава. Если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях и подпишитесь на мой канал.